Блин, зачем я микрофон вступила? И, кстати, ребята, всем привет. Сегодня я буду играть вот такую игру. Такс. Если что, следующее видео будет это без микрофона, потому что это будет шотик. И шотик я не хочу. Со звуком, чтобы он был. Ой, блин, жестко лежу. О, чел афак. Хоть кто-то афак. Надо закрыть дверцу. Все, это теперь моя комната. Что-то я смотрю на себя в зеркало. Надеюсь, никто не зайдет в эту комнатку. Че я лежу так? Извините, если голос детский, просто мне 6 лет. Если что, я знаю, что вы знаете, что мне 6 лет. Говорила. Да я вам говорила. Говорите, что типа... Ой, то есть это... Я вам... Ты нам не говорила. Фу-фу-фу, обманщица. Ха-ха-ха-ха. Типа говорила, хотя не говорила. Так, пожалуйста, не пишите. Если я кому-то не говорила, то мне правда 6 лет. Если что, я только пришла со школы. Просто уроки делала еще. Плюс. Так. О! Комментарии будут специально отключены. Просто так. Видео будет длиться, наверное, это 10 минут. Если, конечно, мама не возьмет телефон. Если мама не понадобится. Если понадобится, то я там и запись может вырубиться. То есть выключиться. Комментарии просто так вырублю. Не просто... Блин, смотрите, все комменты. Поэтому я решила вот так. Следующее видео будет с комментариями. Если что, будет соц. Повторяю. Стоп, постой, да. Откуда у нее? У этой девочки. Что? А, пластинка? Он грустит. Не грусти, а то папа не будет дать. Да блин. Я отошла от этого тренда. Уже весь допуск захватывает. А где она взяла? Так. Если что, всем привет, если кто не услышал. И если кто-то не услышал, то врубайте субтитры. Если что, я буду смотреть это видео. Ну, наверное, уже хватит. Всем пока-пока.